На сцену ДК «Металлист» вышли профессиональные танцоры классического, народного и современного индийского танца не только из Твери, но и Москвы. В зале не было свободных мест. Зрители оказались в сказочном мире зажигательной музыки и красочных костюмов. Сегодня проходит фестиваль индийского танца в ДК «Металлист» уже второй раз. Мы в этот фестиваль... Входят различные индийские танцы, классические, индийские, народные и современные. Это довольно уникальное событие для нашего города, так как приезжают люди из Москвы, профессиональные танцоры, очень замечательные коллективы, все тверские коллективы участвуют, поэтому очень интересное событие. Каждый индийский танец имеет свой смысл. В каждом заключена целая жизненная история. Движение танца выражает слова и эмоции. Участницы студии «Васанта», занимаясь уже 18 лет индийскими танцами, познают культуру Индии, овладевают индийским танцевальным искусством. Это невероятно живые, обаятельные девушки. Как признаются участницы, для них ансамбль «Васанта» – это вторая семья. Нет, девочки очень дружные. Все, кто остается в коллективе на долгое время, очень все дружат. Вместе справляем праздники, куда-то ездим. Все замечательно. Волнение всегда присутствует. Это даже 20 лет на сцене больше. Это всегда будет. Но это, естественно, определенные молитвы. Это определенный настрой. Уже у нас есть определенные ритуалы в ансамбле, которые мы делаем перед каждым выступлением. Очень тесно танцы в Индии связаны с религией. Многие танцы, исполненные во время фестиваля, это своего рода молитва, обращение к богам. Именно с таким танцем приехал профессиональный исполнитель из Москвы Дмитрий Змеев. Я вот лично уже езжу в Тверь, наверное, уже больше 10 лет. Выступаю здесь, скажем так. Не могу сказать, я не люблю слово «пропагандирую» индийскую культуру. Я не пропаганд, скажем так. Вот. Но очень приятно, что есть люди, которые занимаются тоже индийской культурой, несколько коллективов. Вот, в частности, вот Надежда Борисовна на фестивале вот такого уровня, она приглашает меня уже второй раз. В прошлом году или позапрошлом году я приезжал, был очень с успехом, прошел, мне кажется, фестиваль. Вот. И вот, как они обещали, пригласили меня вот уже в этот раз еще. Особенно хочется отметить продуманные до мелочей образы и яркие сари. Это вид одежды, по сути, кусок ткани длиной 4,5 или 9 метров, шириной около метра, свернутый и закрепленный определенным образом, превращает женщину в богиню, красиво облегая и в то же время закрывая все тело. Полтора часа шоу пролетели на одном дыхании, оставив гостям яркие впечатления и положительные эмоции.